Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Штаммы более заразные, но легче переносятся. Федеральные инфекционисты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце лета. Перекладки сетей идут на 12 крупных участках. Как Самара готовится к предстоящему отопительному сезону? С начала года по вине водителей большегрузов произошло 24 ДТП, в которых получили ранения 37 человек. Инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд и напомнили автомобилистам о правилах безопасности. Треть россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров, опасаясь мошенников. Какие схемы придумывают злоумышленники, чтобы заполучить деньги граждан? В Самару привезли частицу мощей святого преподобного Сергия Радонежского. Когда и где к ним можно приложиться? Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце августа, но нагрузка на стационары будет меньше, так как сегодняшние штаммы более заразны, но переносятся легче, заявил врач-инфекционист Николай Малышев. По прогнозам медиков, количество заболевших будет зависеть от поведения самих граждан и соблюдения мер безопасности. За сутки в Самарской области зафиксировали 226 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе достигло 388 824. Такие данные опубликовали на сайте StopCoronavirus.rf. Выздоровели 118 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 379 502 пациента. Самару продолжают готовить к предстоящему осенне-зимнему сезону. На сегодняшний день готовность объектов к будущему отопительному периоду составляет 76%. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства и экологии. На 5 крупных теплоисточниках работы идут в срок. Проводятся гидравлические испытания. По мере их завершения горячее водоснабжение возвращают в многоквартирные дома, объекты социальной сферы, детские сады, школы, объекты культуры и спорта. Как подчеркнули в профильном ведомстве, подготовка внутренних систем теплоснабжения домов также важна. Здесь уже полностью ответственность лежит на управляющих компаний. Это своевременная промывка, опрессовка, то есть подготовка внутренней системы теплоснабжения. Перекладки теплосетей сейчас идут на 12 крупных участках. Работы ведутся и по объектам малой энергетики, это 101 котельная. В администрации города отмечают, от качества подготовки напрямую зависит успешное прохождение отопительного сезона. По поручению главы города Елены Лапушкиной создана специальная комиссия, которая контролирует подготовку города к зиме. Проблемные вопросы еженедельно обсуждаются адресно на совещаниях при главе городского округа Самара и в департаменте городского хозяйства и экологии. Последний этап ремонта на улице Гагарина. Специалисты начали наносить свежую разметку. Она появится на всем протяжении проезжей части. Напомню, что ранее дорогу по Гагарина полностью отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За происходящим следил Михаил Ермоленко. Он расскажет все подробности. Совсем недавно проезжую часть на улице Гагарина обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Здесь уложили новый асфальт на площади около 115 тысяч квадратных метров. Использовали высокопрочную смесь «Щма-16». Сейчас, после завершения ремонта, всех испытаний и экспертиз нового покрытия, специалисты приступили к последнему этапу – нанесению свежей дорожной разметки. На участке появится сразу несколько ее видов, целый комплекс. В обязательном порядке при такой ширине дороги, если проезжей части не разделены газоном, это разделительная полоса, которая является двойная сплошная, так называемая. Также разделение полос одного направления на проезжей части и нанесение пешеходных переходов разметки, разметки «Дети» в районе образовательных учреждений и стоп-линии на светофорных объектах. Учитывая, что улица Гагарина – дорога с оживленным трафиком, к разметке подрядчик приступает только поздно вечером и заканчивает работу в 6 утра. В качестве материалов для свежих дорожных обозначений вот уже второй год в Самаре используют только термопластик. У него высокий срок службы и выдерживает материал любые погодные условия. Гарантия – 12 месяцев. Во время обновления разметки используют и современную технику, произведенную нашим ближайшим соседом – Белоруссией. Кроме того, специалисты взяли на вооружение особую смесь для разметки с добавлением стеклянных микрошариков. Для удобства водителей и для безопасности дорожного движения в термопластик наносятся микростеклошарики.
Согласно ГОСТу, мы сюда добавляем фракцию 500 на 900. Стеклошарики служат только для световозвращения, чтобы водитель видел. Работу на Гагарина подрядчик закончит в течение 3-4 ночей. Всего же в Самаре в этом сезоне разметку обновят на 124 улицах. В это количество включены объекты, которые ранее в текущем дорожно-строительном сезоне отремонтировали на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За исключением Волжского проспекта, где разметка наносилась в прошлом году. Также местами нанесут обозначения на отдельные пешеходные переходы. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. С начала года по вине водителей грузового транспорта в Самаре случилось 24 ДТП, в которых пострадали 37 человек. Среди причин – нарушение скорости, неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения машины на проезжей части. Чтобы предотвратить аварии, инспекторы ГИБДД проводят профилактические рейды. Что проверяют у водителей, расскажем в следующем сюжете. Инспектор ГИБДД останавливает грузовую машину. За рулем Евгений Лепский возвращается на склад после доставки автозапчастей. Все документы и само транспортное средство в порядке. Не в последнюю очередь, потому что и сам Евгений, и руководство фирмы, где он работает, к своим обязанностям относятся ответственно. Сколько бывает аварий? Просто тормоза отказали или еще что-то. Нет, это все обязательно надо делать. Медосмотр, техническое состояние автомобиля, техосмотр автомобиля. Все это обязательно надо делать. Сергей Коршунов согласен со своим коллегой. Мужчина работает водителем более 40 лет. Сейчас ездит за рулем пассажирского мини-автобуса, поэтому соблюдает все предрейсовые процедуры. Я застал еще советские времена, когда движение на дорогах было очень маленькое, ненапряженное. А сейчас, посмотрите, грузопоток очень напряженный. Приходится постоянно работать глазами. Нервы. Поэтому здоровье очень важно. Инспекторы ГИБДД проводят профилактический рейд по большегрузным машинам. У водителей проверяют наличие документов, медицинское разрешение, технические документы, сведения тахографов, где содержится информация о соблюдении режима труда отдыха. Все это для того, чтобы аварий на дорогах по вине тяжелых машин стало меньше. Если есть нарушения, то выписывают штрафы. При остановке, даже если никаких правонарушений не выявлено, мы все равно проводим профилактические беседы с водителями. Профилактика проводится у нас ежедневно. И также устраиваются периодические рейды именно по выявлению административных правонарушений непосредственно водителями грузовых транспортных средств. Всего в этом году проверили более 3000 грузовых машин, которые выполняют коммерческую перевозку грузов. Выявлено 8 автомобилей с незаконными изменениями в конструкции, 25 фактов нелегальной предпринимательской деятельности. К административной ответственности привлекли 192 должностных и 24 юридических лица. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Треть россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров из-за мошенников и спама. Как сообщают аналитики Яндекса, за последние 3 месяца 70% россиян лично сталкивались с телефонным мошенничеством. Почти половина опрошенных сразу смогли распознать злоумышленника. По мнению россиян, мошенников выдает то, что они представляются сотрудниками банка или МВД. Так считают 40% и 22% респондентов соответственно. Каждый пятый чувствует неладное, когда позвонивший просит предоставить персональные данные. 15% – когда звонок поступает якобы от известного голосового помощника. Самые распространенные схемы телефонного обмана такие. Звонившие сообщали о том, что поступил запрос о переводе большой суммы денег со счета абонента, о том, что на человека хотят оформить кредит или уведомляют о крупном выигрыше. Почти треть респондентов заявили, что пострадали от действий мошенников, потратив на них свое время. 17% перенервничали из-за благополучия близких. 16% опрошенных испугались, что с их счета была списана крупная сумма, а 7% действительно потеряли деньги. Чтобы обезопасить себя от спама и мошенников, треть опрошенных игнорируют вызовы с неизвестных номеров. Столько же используют специальное приложение с определителем номера. 19% респондентов заносят номера злоумышленников в черный список. 9% поддерживают разговор с мошенником, чтобы вывести его на чистую воду. 4% на все соглашаются, но дают неверные данные банковской карты. В Самаре обсудили проблему обращения с безнадзорными животными. Федеральный закон обязывает компании по отлову собак возвращать их в среду обитания после стерилизации и вакцинации. Это ведет к тому, что стаи продолжают гулять по городу, пугая местных жителей. Как найти компромисс, специалисты решали на круглом столе. Подробности далее. В
Самарской области насчитывается около 20 тысяч бездомных собак. Согласно федеральному закону об ответственном обращении с животными, подрядчики, которые занимаются отловом бродячих собак, должны их простерилизовать, вакцинировать и выпустить в среду обитания. По заверениям разработчиков закона, такой гуманный подход должен снизить агрессию и сократить количество собак в городе. Однако местные жители продолжают обращаться в профильный департамент с просьбами отловить животных. Люди звонят, и каждый второй заявитель просит забрать животных безвозвратно. То есть мы вынуждены таким людям что делать? Отвечать, что с точки зрения законодательства мы не имеем права отловить у вас 12 собак и 12 собак оставить у себя. Местные власти и подрядчики по отлову животных не могут повлиять на численность популяции из-за ограничений федерального закона. Федеральный законодатель, невзирая на то, что гуляют в стае, предусмотрел абсолютный выпуск животных. Ну, абсолютный, потому что немотивированная агрессивность – это такой плавающий критерий. Да, и только такое животное, с ним проявляющее немотивированную агрессию, мы можем оставить в приюте. Всех остальных мы должны выпустить. Часть муниципалитетов говорит о том, что давайте пожизненно содержать животных. За какой счет? За чей счет? Решение принято федеральным органом государственной власти. Но федеральный орган государственной власти отказывается финансировать это направление. По оценкам специалистов, стоимость содержания одного животного в приюте от 100 до 500 рублей в день, а если требуется лечение, еще больше. Если в регионе 20 тысяч бездомных животных, значит, в среднем на содержание всех этих особей в приюте требуется порядка 6 миллионов в день. Таких средств у регионов и муниципалитетов нет, как и такого количества приютов. Специалисты призывают к изменению федерального законодательства и уже подготовили свои предложения для законодателей. Мы предлагали снять запрет на эвтаназию особо агрессивных и опасных животных. Ну что значит особо агрессивные, которые даже проявляют агрессию, например, к работникам приюта, которые не проявляют к ним ответную агрессию в сторону собак. Понятно, что такие собаки опасны для человека. Пока законодатели пытаются найти компромиссный вариант, который бы и обезопасил людей, и был гуманным по отношению к животным, расходы на программу ОСВВ продолжают расти, как и численность собак. В 2020 году из бюджета Самарской области на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск выделяли 23 миллиона рублей, в 2021 году – 63 миллиона, а в этом уже 153 миллиона рублей. Светлана Кудрявцева, Максим Гусев. События. В Самаре взяли под охрану трехэтажный дом на Куйбышева 92, в котором сейчас находится Самарский областной художественный музей. Соответствующий приказ опубликовали на сайте регионального правительства. Предметом охраны стали объемно-планировочная композиция объекта, строительные конструкции здания, композиционное построение и декор фасадов, а также декоративно-художественная отделка интерьеров. Частица мощей святого преподобного Сергия Радонежского пробудет в Софийском соборе Оладьи 2 дня. Приложиться к святыне можно сегодня и в пятницу с 8 утра до 7 часов вечера. Затем ковчег продолжит путешествие по 50 епархиям РПЦ в России. С молебна и акафиста хвалебно-благодарственного пения преподобному вернулся наш корреспондент. Ковчег с частицей мощей святого Сергия Радонежского привезли в Софийский собор Уладьи. Первую божественную литургию с акафистом преподобному служил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий и почти все настоятели городских храмов. Посетил службу самарский губернатор Дмитрий Азаров. Прихожане были не только из Самары и области, но даже из соседних регионов. Мы всегда проникаемся в тайну. Что же главное было? Какой путеводитель они избрали? И это неизменно образ Христа. И святые нашли Христа и жили с ним. В этом году исполняется 600 лет с того момента, как были обретены мощи Сергия Радонежского. Святой жил в 14 веке, основатель 5 монастырей, в том числе Троица Сергиевой Лавры, Подмосковье, где и покоится до сих пор. Его ученики и последователи построили около 100 обителей. Преподобный творил чудеса еще при жизни. Исцеления от болезней происходили и после его ухода. Во время обретения и по сей день мощи Сергия Радонежского нетленны и благоухая источают специфическое вещество, так называемое. Когда преподобного Сергия обрели, сделали для него раку для его святых мощей, заметили удивительное событие, что, покрывая его останки облачением монашеским и священническим, в течение года как будто бы
кто-то носил эти облачения, облачения изнашивались. И каждый год мощи преподобного Сергия преоблачали и понимали, что вот этим явным образом преподобный показывает то, что он с нами. После службы каждый желающий мог прикоснуться к мощам святого. В молитве люди просили помочь разрешить их проблемы и выздороветь от болезней. Тепло, тепло. Самое, как говорится, я даже думаю, что дошло. У меня тут молитва была записана, я приложил ее. Потому что там же я не буду читать. Вроде будем надеяться. Подходишь к мощам, и хотя такая и суета, и давка, но все равно благодать ощущается, что преподобный на нашей земле. Вот. Молились о близких. Ребенок в первый класс идет. Вот. Помощь в учении. Благодать. Плакать хочется. Его найди. Очищение. Наверное, так. Прикоснуться к святыне можно в четверг и в пятницу, а затем ковчег продолжит путешествие по 50 епархиям Русской Православной Церкви в России. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Помочь как материально, так и морально участникам военной спецоперации на Украине. Народный фронт презентовал портал, где можно прочитать, в какой помощи нуждаются жители ЛНР и ДНР, а также военные, и направить средства на приобретение конкретного товара. А дети могут написать письма солдатам. Подробнее в нашем сюжете. Поддержать всем миром Народный фронт запустил портал победа.онф.ру, информирующий о том, как помочь жителям Донбасса и военнослужащим, участвующим в специальной операции на Украине. Об этом рассказали на встрече участников проекта Народного фронта «Все для победы». В рамках проекта «Народный фронт» систематизирует деятельность военкоров, блогеров, собирает пожертвования, закупает дефицитные товары, организует логистические цепочки. Те, кто хотят оказать помощь, могут зайти на сайт, где объявляют сбор средств для того или иного подразделения ЛНР или ДНР. Посмотреть сформированный заказ и сделать перевод, а дальше отследить, когда груз будет доставлен конкретному потребителю. Кроме того, можно оставить свои пожелания солдатам. Мы отправляем не просто на Донбасс некую закрытую коробку, в которой может быть секрет Пандоры заключен, а это на самом деле понятная помощь. Это памперсы вот конкретно городу Снежному, вот этому детскому дому. Или это шампунь, или это моющие средства, я говорю про мирную жизнь. Или это, конечно, квадрокоптеры, это тепловизоры, которые сегодня являются расходным материалом, они очень нужны, но они, к сожалению, выходят из строя, но при этом, выходя из строя, они сберегают жизни наших бойцов и представителей Донбасса. К проекту Народного фронта присоединилась и Нотариальная палата Самарской области. Учреждение давно активно участвует в помощи раненым, проходящим лечение на территории региона. Покупает бойцам еду, которая не входит в рацион госпиталей, и одежду. Общая сумма, оказанная таким образом помощи, составляет более 1 900 000 рублей. Что касается нашей помощи, мы считаем, это не помощь, а наш долг, который мы оказываем тем воинам, которые находятся на излечении в Самарской области. Это и в военном санатории «Волга», и на территории госпиталя военного. Но главная помощь Нотариальной палаты Самарской области, которую оказывают нотариальные палаты всех регионов России, это оказание бесплатных услуг переселенцам из Украины. В Самаре такие услуги были оказаны на 1 300 000 рублей. По России сумма составила более 70 миллионов рублей. Виктория Шарая, Василий Колдашов. События. 3 сентября по всей России и за рубежом пройдет диктант Победы. Такой своего рода добровольный экзамен по истории появился в 2019 году в рамках федерального проекта «Историческая память партии «Единая Россия». Участники диктанта Победы выполняют 25 заданий. 20 вопросов на общую военно-историческую тематику и 5 на региональную. Также часть заданий посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Где в Самаре и регионе можно будет написать исторический диктант и сколько от откроется площадок, узнал Михаил Ермоленко. Ежегодно в акции «Диктант Победы» принимают участие сотни тысяч человек. География этого добровольного экзамена по истории для молодежи и взрослых расширяется. Его проводят и за пределами нашей страны. Желающих написать диктант все больше. С каждым годом количество участников акции неуклонно растет. Если в 2019 году «Диктант Победы» написали около 100 000 человек, то уже в 2021 году было уже 1,5 миллиона участников.
Только в Самарской области в этом году откроется 777 пунктов проведения диктанта Победы. Площадки заработают в школах, вузах, учреждениях культуры, в том числе в модельных библиотеках и во многих других местах. Общая вместимость более 37 тысяч участников. Все эти площадки зарегистрированы на сайте, назначены ответственные, ну и реестр скомпонован, и все эти площадки обеспечены оборудованием необходимым. Написать диктант Победы можно будет и онлайн, пройдя регистрацию заранее на сайте диктантпобеды.рф. Участники среди абитуриентов вузов, набравшие максимальный балл, получат преимущество при поступлении. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Самарские крылья Советов готовятся к матчу четвертого тура чемпионата России по футболу. Дарья Касаткина продолжает покорять теннисный турнир в Сан-Хосе, а Тольятти примет несколько предсезонных турниров. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Футболисты «Крыльев Советов» готовятся к матчу против московского «Динамо», который состоится в Самаре 7 августа. Накануне волжане провели очередное занятие, которое продлилось более полутора часов. Защитник Матео Барыч после восстановления от травмы тренировался в общей группе. А вот Фернандо Костанци и Денис Якуба занимались по индивидуальной программе. Судить встречу будет бригада Виталия Мешкова из Дмитрова. При его работе самарцы провели 18 игр в чемпионате России, в которых победили лишь трижды, 7 раз сыграли в ничью и 8 раз уступили. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 500 в Сан-Хосе. Россиянка обыграла представительницу США Тейлор Таузенд 6-4, 6-0. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Дарья, занимающая в мировом рейтинге 12 место, сделала 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейкпоинтов из 9. Следующей соперницей Касаткины станет победительница матча между американкой Кэролайн Доулхайт и представительницей Беларуси Ариной Соболенко. В Тольятти в ближайшие дни пройдет несколько предсезонных турниров. В Ледовом дворце 4 августа стартует традиционный турнир Кубок Сахарова. В нем примут участие команды молодежной хоккейной лиги. Ладья, Авто из Екатеринбурга, Амурские тигры из Хабаровска, Реактор из Нижнекамска и Сахалинские акулы из Южно-Сахалинска. Победители-призеры турнира будут определены по итогам кругового турнира. А в гандбольном центре пройдет открытый чемпионат городского округа Тольятти. К хозяйкам паркета командам «Лада» и «Лада-2» присоединятся «Звенигородская звезда», которая в минувшем чемпионате сражалась с автозаводчанками за третье место в чемпионате России, и «Краснодарская Кубань». «Самара ГИС» запустил новый проект «Скажи свое мнение». Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. Сегодня выясняем, носят ли наши подписчики медицинские маски. 88% проголосовавших в опросе не используют маски, так как нет обязательного режима. «Ношу везде, если болею», ответили 6% опрошенных. И по 2% голосов получили ответы «Ношу в транспорте», «Ношу в супермаркетах», «Ношу везде». Заходите в телеграм-канал «Самара ГИС» по QR-коду, который на экране, и оставляйте свой ответ. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В рамках национального проекта «Демография» представители 31 общественной организации Самары приняли участие в экскурсионной поездке в село Винновка. Для ветеранов и инвалидов была организована экскурсия по свято-богородичному Казанскому мужскому монастырю с богатейшей историей. Гостей пригласили на обед в трапезную. Они побывали в музее, где собраны уникальные экспонаты 17 века, посетили осетровую ферму, насладились видами природы, прогулялись по окрестностям и с хорошим настроением вернулись в Самару на теплоходе «Москва», сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе областной общественной акции «Народное признание». В этом году заявку можно подать в номинациях «Для физических лиц», «Память и слава», «Мы вместе», «Признание и уважение», «Наследники победителей», «Герои нашего времени», «Для юридических лиц», «Единство и успех». Заявки принимаются до 31 августа по адресу Советской армии 27, сообщают в телеграм-канале администрации Советского района. В телеграм-канале Ленинского района Самары сообщают о традиционном конкурсе «Цветущий Ленинский» на самую красивую благоустроенную территорию двора, самую красивую клумбу и газон. Инициативные люди занимаются благоустройством по зову души, а задача власти – поддержать таких людей, растиражировать их инициативу, чтобы она стала примером для других.
Каждую субботу в 17 часов в сквере Аксаковых на пересечении улиц Фрунзе и Красноармейской профессиональные самарские актеры проводят театрализованную интерактивную экскурсию «Аленький цветочек», связанную с историей семьи Аксаковых. Зрителей ожидает увлекательное путешествие по страницам сказки. После экскурсии можно будет сделать фото с понравившимися героями. Приглашают всех жителей и гостей города. Вход свободный, пишет телеграм-канал Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и во ВКонтакте. А выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго. Увидимся.